наше время люди ведут мало подвижный образ жизни. Они все чаще остаются дома, меньше гуляют, меньше занимаются спортом. Люди в Одессе, они заняты работой, у них жесткий график, все, у них некогда заниматься собой. Из-за этого происходит появление заболеваний, так называемых заболеваний цивилизации. Заболевания желудочно-кишечного тракта, это заболевания сердечно-сосудистой системы, тот же самый диабет. Все это можно было бы предотвратить занятиями зарядкой, физкультурой, спортом, вовремя консультироваться с врачами по поводу этих заболеваний. Но люди боятся ходить в клинику для консультаций, но и сами специалисты не могут дать нужного совета по тому, как смотреть за здоровьем, из-за того, что у них нет оборудования для исследования, нет нормального места, где принять. Из-за этого и происходит такой плохой контакт между пациентом и врачом. Мне, как будущему специалисту, хотелось бы работать в этой стране и иметь надлежащее оборудование и специализированное место для того, чтобы принимать пациентов и давать им нужные консультации и вовремя предотвращать заболевания.